В эфире «Главный час» мы продолжаем. Наркополицейские изъяли рекордную партию марихуаны. Почти четверть тонны наркотика дилеры хотели переправить в Красноярск, предположительно из Киргизии. Содержали троих торговцев в Ачинске. Чтобы сбыть партию, они предварительно продали 44 килограмма на пробу, а через три дня оставшиеся 180 килограммов обменяли на внедорожник. Наркополицейские называют эту сделку крупнейшей в крае. Сейчас все подозреваемые находятся под арестом. Им грозит до 20 лет лишения свободы.